Привет всем-всем-всем! Сегодня будем готовить просто фантастическое блюдо из брокколи. Брокколи у меня замороженная. Я ее отправлю в кипящую воду, и как только вода снова закипит, сразу выну. Тем временем приготовим для него соус. Нам понадобится масло, нужно его как следует раскалить. Добавим в него молотый кориандр, рубленый чеснок, буквально капельку соевого соуса или уксуса. Как следует все прогреем. Получившуюся заправку отправляем в брокколи, перемешаем и в идеале дадим немножко настояться. Это блюдо можно подать и в качестве гарнира, и в качестве закуски. Оно одинаково вкусно как в холодном, так и в горячем виде. Если вместо соевого соуса добавить уксус, то блюдо получится слегка острым. Капуста в сочетании со всеми специями преображается просто до неузнаваемости.